марта 2018 года. Вот только что встретил из Потеряевки. Я буду делать события, последние новости из Потеряевки. Как доехал-то? Да, слава богу, хорошо. Сегодня попозже немножко. Мороза не было всю ночь. Я только он под утро. А на трассу какой дорогой из Потеряевки выезжаете? Через Корчино, сегодня через Корчино. Значит, по дороге, которую на выборы пробили. На выборы. Значит, выборы на пользу пошли? Да, на пользу. Ну, дорогу видишь, пробили. Как, пробили вам дорогу. На 5 дней была дорога. Ага. Но не занесло? Нет, не занесло. Ну, а теперь, пожалуй. Ну, уже по полям, уже все. Сегодня я выехал, наверное, последний раз. Больше никто не поедет. Теперь через день все расквасит. Я тебя с утра тоже. Надежда Васильевна там по больнице что-то хочет пенсию инвалидную выхлопотать. Ну, я видел ее. Что-то с глазами. Оставила кастрюлю, все, тебя накормить, чтобы... Нет, спаси Христос. А что? У Петеримовых был, они меня накормили. Все, ну, какие там новости Потеряевки-то? Новости? Да нет, все потихонечку идет. А, новости. Вот что. Вчера первый мостик прокапывали. Володя Плотников пошел. Говорили вам? Звонили? Батюшка, говорит, подробно расспроси, говорит, я толком-то не знаю. Пошел он на первый мостик, говорит, вода пошла не туда, куда должна идти. Правее там, туда, дальше. Она ближе сюда, ближе к Потеряевке. Начала, она пошла вот в эту сторону. А через канал, где камни, там не пошла. Там потому что снега много. И ну, мы надо всех собрали, было, человек 6, да, мы прокопали туда, по камням уже его пустили. Там закопали немножко камешками да снегом. Уже начала глину немножечко вымывать. Если она будет дальше, наоборот, туда, к второму мостику-то, вода пойдет. Там и везде камни лежат. Камни бросите, где она пойдет, чтобы она по камням шла. Больше ничего не надо. Ну, мы же натоптали на снегоходе снег там. И там пока не... Ну, надо ей ход дать. А все дали, дальше? Она сейчас размоет. Все, а из канала, который соединяет канал, оба пруда как? Еще ничего не делали. Ну, еще не делали? Нет. А как вода пойдет? Ну, не знаем. Попозже немножко будем сейчас чуть-чуть. На этой неделе. Ну, посмотрим. Надо хоть небольшой ей дать ход-то. Ну, прокопаем. Тем более, вода там намного выше стояла, где до нашего шлюза-то. Так что теперь в такую глубину-то, там на метр почти меньше. В глубину. Ну, снега меньше сейчас. Да и прокопаем. Пробить надо. Ну, на этой неделе. Ага. Доходил Володя Устинов? Нет, Плотников. Он Плотников? Каждый день, да, он гуляет туда-сюда. У него скотины нет, он не занят, и поэтому он гуляет то в одну, то в другую сторону. Ну, мы сразу, это время 5:30 было, сразу все сгреблись и прокопали. Там полчаса быстренько. Янчуки подъехали, с собаками все приехали, хорошо. Кто? Янчуки с собакой, я пошел с собаками гулять. Понятно. Они там нагулялись, так, хорошо. Еще там, батюшка говорит, что-то Романа забрали. Ну, говорят, я тоже не видел. Ты не знал, а вы не знали даже, что он находится здесь? Ну, его не видно было, как его. Так мы, в контейнере сидит? Не знаю я, то ли есть, то ли нету. Как у него ни дыма не идет, он электричеством отапливается. Понятно. Ну, а забрали-то кто? Ну, сказали, полиция приезжала на УАЗике, и на суд его взяли. Через Корчино? Да, да, по этой же дороге. И никто не видел, когда взяли? Ну, кто-то видел, кто-то нам сказали, в течение полгода. Да. Не потерялся бы, а то будет еще беда какая. И вернулся или нет? Тоже не знаю, не видел. Значит, забрали вчера? Вчера, в понедельник. Я думаю, это по запросу федерального инспектора, представителя президента. Они дали указание прокуратуре, по краевой, а та должна перед ними отчитаться. Так что тут это самый серьезный момент. А то, что, ну, какие-то планы, но они не вопреки их должны быть планы-то. Интересно, ничего не сообщается. И... Батюшка говорит, я ничего не знаю. А кто видел-то? Не знаю, кто-то сказал, да. То ли матушка сказала, то ли кто-то. Она приехала домой уже? Да, дома. Со сломанной ногой ей все равно. Она ходит спокойно, так что ей вот это... Велосипед ей этот Мерседес не нужен. 2400 она, что ли? Вот, она ползает уже на втором этаже. Она там что-то моет, там что-то драет, там перебирает ей. Она не может сидеть. Еще бы хуже не было. Нога сломана, да. Зачем же она туда пошла? Я в них ни разу у роботов не был. Зимой она плохо видит совсем. На рельсах или где она поскользнулась? Ну, здесь скользко везде. Я тоже хожу еле-еле, везде. Ну, такой лед, особенно когда на лед, на этот снег упадет. Это как... Просто невозможно. Ну вот. Ну все, заверну. Инструкция и конверты батюшки вот возьми. Угу.
Там внутри я заложил конверт, он просил отправлять куда-то. Руководство по эксплуатации. Ну что тебе ну, с собой-то? Все, ничего, не надо, все. Сухарей возьмешь, нет? Нет, не надо. Ну надо я еще бы. Как-то неудобно даже. Ну все, я тогда побегу, а то мне еще работать. Ну ничего можно. Больше нет. Надежда Васильевна так накладывала, чтобы накормить. Ты посмотри, какая видел картофельная ее. Каша хорошая. Нет, спасибо. Ну может быть. Я только что. Целлофановый мешочек возьми. Нет, не нужно. Нет. Ну ничего туда и нету. Заехать надо. Да девишь, ты там хорошенько узнай там с прудом и насчет где-то вода идет. А как там на Рыжковском мы смотрели? Не ходили, не знаю. А как нынче воду запускать будут на Южный? Снега-то нету. Надо, значит, когда она пойдет, если вода с полей. Снег, я думаю, все равно паводок будет. Земля промерзла метра на полтора. Погреб у меня промерз до половины, там чуть ли не до картошки дошло. Снега нету. Земля, если сейчас таять быстро начнет, земля медленно будет оттаивать. И вода вот эта, которая снег сверху, и она будет вся стекать. А зимой-то ты скотину поил-то, воду где брал? Зимой? Да. Ну, у меня колодец есть. В колодце? Да. Угу. А то как-то зимой, я слышал, у тебя вода что-то... Ну, это лет 5 было, когда в 2010 году засуха была, и колодцы все обмелели. Пришлось на метр-полтора углубляться. Значит, там кто-то должен дежурить на прудах, смотреть, Рыжковский, чтобы пустить ее коробом, как есть. Если где-то будет прорва, как в прошлом году у вас было, ну, там у нас остались еще сваи-то, рядом забивать сваи, с этой стороны откуда идет-то, ну, найти, где она проходит-то, откуда, ну, и забивать ее стеном, саманить сверху, забивать, и вся вода поднимется выше. А осталось у вас стены еще, нет? Или на Рыжковском? Да. А его, кажется, там уже и не было. Я просил завести. Насчет. Привезем, если. Да что. На санках как угодно можно привезти. Ну что, задерживать не буду. Все, сейчас мы поедем. Доедешь, позвони мне, что ты доехал, и узнай там насчет Романа. Где он? Хорошо. Давай. С ну, Богом все, будем. С Богом. С Богом, храни Господь. Надевай шапку-то. Вот, не взял я его. Давай. Вот так. Ага. Ох, Игорь хороший человек. Со всеми он в мире. Вот он идет. Не взял головной убор. Это у нас Потеряевка на своей машине. Вот, голосовать пробили, дорогу, трактором. Никогда у нас там ходу не было. На снегоходе, а не до Урывки. Там 10 километров. А там у него машина брошенная. И обратно до туда на снегоходе. А вот выборы-то были. И там они послали Корчинский, видно, указания дали пробиться. Я не знаю там, как с голосованием, кто голосовал. Все, сел. Игорь Александрович Барабаш. Вот у него старший сын Терентий. Кончил он Алтайский государственный технический университет. И Еремия учится еще, я не знаю, то ли он уже, ну не в Потеряевке. Ну а Машеньку замуж выдал. Все. Слава Богу. Это у меня мое хозяйство. Как тут я сейчас посмотрю? Вот так голубка сидит. Это она у меня. Так, дай-ка я посмотрю маленько. Дай, посмотрю маленечко. Ну, ничего, ничего, я не трону тебя. Не трону. Ага. Вот он сидит. Под ним яйца. Это хозяин. Это он. Самец. Голубь, а это голубка. Для нее тут все покормить. Вот она. В тазике покупается. Пшеница, семечки. Там у нее все есть для нее. Ну, на этом все, наверное, сегодня. Сегодня у нас вторник.